Все. Недавно Александр Булкин в своем свежем видеоролике высказал, что «Жигули» очень сильно подорожали в последнее время советского производства. Но он забыл уточнить один немаловажный факт. С начала наступления специальной военной операции на территории Украины курс сторонних валют сильно подскочил по отношению к русскому рублю. После данного события весь транспорт происхождения Кореи, Японии, США и Германии пополз в геометрической прогрессии. Англичане. Люди не знают. Да. Но там у них королева умерла, им не до этого было. И люди не знали, что делать. Они скупали и выкупали. Все боролись как могли. Но тут врывается АвтоВАЗ с «Москвич». Эти два титана начали завоевывать мир и потихонечку догонять нынешние цены иномарок. Таким образом, на нынешние зарплаты ты себе купишь бутерброд столовый, но никак не 21.05 красного цвета в сборке СССР. Мы обратимся к 2012 году, а именно к концу выпуска автомобиля ВАЗ-2107. С этого момента это был план АвтоВАЗа. Амалогация, или как там правильное слово, не помню. Короче, Крым наш. После этого доллар пошатнулся и взлетел, как CLS-55. Куда? Далеко. Ага. Прямо сейчас, на данный момент, все владельцы, обладающие моделями ВАЗ от 2101, заканчивая 2199, нет, там попозже еще были, до 15-й, короче, и Лада Нива, или ВАЗ Нива, кому как угодно, кто считает год производства лучшим каким, пишите в комментарии. Я сейчас... У меня давление под 300, мне кажется, уже. Я сейчас лопну, пока это рассказываю. Продолжай, продолжай. Каждая машина на самом деле это заговор государства. Вы можете выкинуть свои документы, потому что все машины до сих пор принадлежат АвтоВАЗу. Прямо сейчас в продаже Porsche 911 ST они поступили точно так же. То, что первый год владения ты покупаешь машину как бы в скобочках в аренду, чтобы избежать роста цен из-за малого количества ограниченного производства данной модели. АвтоВАЗ продумал этот ход два хода вперед, чем остальные компании. В 2012 году, хочу напомнить. Вы можете сдавать свои ключи мне, присылать ВИН-номера на мой почтовый ящик. Вы можете... Можете отправлять по запчастям тоже можете. Зэк, пишите в комментарии. Ну, я там сам напишу. Ну, в общем, все контакты есть в описании. Ссылочка на Дмитрия Дронова есть. Все можете присылать мне. Мы разберемся. Да. И, пожалуйста, перестаньте участвовать в заговоре данных компаний, а именно АвтоВАЗ и Москвич. Ну все, всем спасибо. И тут сцена. Ну, Дэйдга, пиздец. Ну все, всем спасибо за просмотр. Еще одна тайна этого мира была раскрыта. Увидимся снова. Мне сейчас голова взорвется.